скажут ноги, он сумасшедший. А другие промывают чудак. И вообще он, наверное, не сделал. И в картинах вовсе не так. То коровы летают, то козы. Тут скрипач на крыше сидит. Непонятный сюжет от природы. Может, в детстве он был айболит. Его мир отражением играет. Жизнь поезд. Все время в пути. Он над Витебском сейчас летает. Волна ангел, летящий, далекий.